Всем привет, с вами Александр Навасов, и сегодня мы проходим карту из мастерской Far Cry 5. Это третья моя карта, Шериф 3, и это достаточно такая сложная карта, которую мы сегодня будем проходить. Здесь оружия нету, здесь почти ничего нету, и приходится проходить достаточно такая сложная карта, поэтому поставьте лайк, подпишитесь на канал, но я буду ее проходить. Игрок, нажимаем снаряжение, и погнали. Сразу берем пистолет. Сразу берем дробовик отсюда. Все. Другого ничего. А, у нас аптечка еще осталась. Да, все. Забираем отсюда автомат. Так, у нас там уже зашли парочку человек. Поэтому. Перезарядка. Так, тут у нас кто-то пытается войти. Нас тут валют из всех сторон вообще. Можем здесь подлекаться. Успеть как-то. Пытаемся как-то все-таки, чтобы вас не убили. Отбиваемся от солдат. Так. Так. Да, здесь ночь, поэтому здесь не так все круто видно. Так, мы можем тут помочь тех, кто в других домах. Видите? Там они просят из окна. Видите, там его закрыли. Можно их освободить. Как нас освобождать, я сейчас вам скажу. Так, смотрите, что мы делаем. Идем сюда. На помощь! Берем как вам оружие. Ну, не дробовик, конечно. На помощь! Опустим автомат. Ломаем дверь, все. Найс, он вышел. И можно его... Ну, мы его выпустили. Так, никого здесь такого больше нету. Здесь тоже дверь мы можем сломать. Но она сломана уже, все. То есть все вышли отсюда. Все, можно, в принципе, ехать. Такого суперкрутого здесь ничего нету. Включаем машину. И едем, пока не приехало подкрепление. Едем, 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 едем. И видим то, что там, вон, смотрите, куча солдат. И пытаемся их как-то... Ну, они, конечно, разбегутся. Потому что они идут туда. Здесь будет еще солдаты. Ну, их... Просто такое. Всем спасибо за просмотр.